Доброе утро всем. Это мои, короче, как их назвать, горгонсолы или что там, видите, с фруктами из Меркадона. Кстати, очень вкусные, но на мой вкус очень сладкие. И кофейный напиток. Представляете, на мой вкус очень сладкий. Я люблю сладкое, но не до такой степени. И заправила молоком кокосовым, рисовым кокосом. У нас ветроган такой поднялся, ну не холодно. Так что я поставила машинку стираться, потом приду с работы и повешу, и все быстро высохнет. Сосед уже с утра, наверное, часов с 8, а может быть и раньше, там начал все это гудеть, трещать, потому что у него забилась канализация. Поэтому вчера такая вонища стояла. Представляете, мы полы есть в гараже, и все надо это, короче, ломать, чтобы делать вот так вот. Ну ладно, я завтракаю и на работу. Походу муж сходил, или может подарили ему, не знаю, в общем, как пахнет вкусно клубника, вообще нереально. Две хурмы. Это не персимон, он какая-то другая, что-то как-то она мне не очень нравится, ну ладно. И вот такие яблоки он любит. Рейнита называются. Так, а на обед у меня будет поке. Вот я уже все приготовила, красная рыбка, авокадо, рис вчера сварила, кипятком залила вчера тоже морскую капусту, прям она вот эта вот хрустящая, прям полвилка, наверное, прям так хрустит, там огурчик, как вкусно. А пока я пойду белье повешу, у нас сегодня ветер, но все быстренько высохнет и будет нам хорошо. Пошли, пошли, Чарлик. Венга, сувы, сувы, мининю, тикитин. На улице ветер, но хорошо, 22 градуса, поэтому можно быстро вообще все высохнет. Так что работаем. Вот такой поке получился. Нереально вкусный, я уже в этом уверена. Рецепт на канале. Делайте, пробуйте. И компот. Всем приятного аппетита. Знаете, везде смотрю, типа клубника, парниковая, невкусная. Самая вкусная клубника в Испании зимой. Да, парниковая. Но здесь все парниковое. Не от того, что холодно или еще что, а от того, что предотвратить как бы порчу от ветра. Здесь у нас сильные ветра, а не потому, что там что-то плохое. Или замечательная клубника, самая вкусная. Она даже летом не такая. Причем клубника бывает круглогодично. Так же, как, например, дыня. У нас дыни круглый год. И цены почти всегда одинаковые. Так что покупайте испанскую клубнику. Это не реклама. И будет вам счастье. Так, а где кофе? Вот. Сейчас попью кофе и полетела на работу. Мне сегодня надо к 3. Вообще с 5 открываю. Ну, что-то, знаете, народу много. В 5 у меня постоянный есть. До 6. Потом еще одна звонит. Говорю, ну, давай в 6. Другая звонит, давай в 4. И, короче, третья с девочкой придет. Я говорю, давай в 3. Ой, блин. У нас все в субботу после обеда все парикмахерские закрыты. Ну, кроме меня. Ну, наверное, им так лучше. Я тоже так подумала, думаю. Какая мне разница? Я лучше в понедельник, во вторник там возьму, не пойду после обеда, а в субботу поработаю, правильно? И заодно клубничку поем сейчас с кофеком. Ням-ням-няшечка какая. Цену не знаю. Да недорого, наверное. Хлебушек испекла. Горяченький. Хотела покушать с поки такие вот чипсики. Забыла. Как обычно. Блин, специально же достала вот это. Чипсики и вот семечки льняные. Ни то, ни другое. Все забыла. Ведь достала.
Ой, блин, голова дырявая. Специально достала, говорю, вот там я точно не забуду. Угу, не забуду. Ой, блин, ну вообще. Вот эти яблоки, кстати, они, знаете, на что? На Антоновку похожи. Ладно, будем кофе пить. И собираться на работу. Одно радует, что завтра воскресенье, а потом еще понедельник. Замечательно. На своем месте, друг мой. Я так устала вообще. Мне, наверное, головы сегодня будут сниться во сне, как я их мою и укладываю. А еще я даже охрипла, потому что пока разговаривать, работая с феном и в маске, и надо это же постоянно орать, выкрикивать, и, в общем, я охрипла. А еще же надо со всеми разговаривать. Молча-то как бы не это. Здесь же мы все знаем друг друга уже много-много лет. Ай, а потом даже кто никого не знаю, например, сейчас пришла одна клиентка, вот, мы, во-первых, до 6 должны работать, но я ей сегодня назначила на 6, чтобы она ко мне пришла. И оказалось, и у меня еще другие клиенты были, и оказалось, что они вообще родственники, они там начали разговаривать, там все обсуждать, в общем. Кстати, у меня сегодня, видите, яблоко лежит. Клиентка опять пришла с яблоком, она говорит, все, последнее, больше нету. Я говорю, ну вот на следующей неделе тогда я, говорю, принесу яблоко, и когда ты будешь подходить, дам тебе, потому что Чарли теперь тебя будет ждать с яблоком. Они опять посмеялись, она его накормила, да? Мам, тебя накормили, все кормят тебя яблоком, да? Да? Мое счастье. А еще мы учим новую команду. Как только я ее выучу, ну, он сам, вернее, мне сегодня уже это заделал, я офигела, и, ну, надо ее подкорректировать, новую команду. Потом вам обязательно покажу. Видите, у меня даже язык не это. А еще меня очень сохнет от маски вот тут вот лицо. Хотя вроде не сухое, не знаю, как-то все. Так, ладно, я хотела на пляж пойти, но сил вообще нету категорически, потому что прям спина болит. Поэтому, наверное, машина-то внизу стоит. Пойду я пешкарусом до машины дойду, и это будет наша прогулка. Вот. Чарли, удобно? Чарли, тебе удобно? Моя радость. Как люблю него. Такая низнятина вообще. Иди поцелуемся. Дай поцеловаться. Иди целоваться. Нет, целоваться давай. Иди целоваться. Давай, целоваться. Давай целоваться. Пинга. Давай целоваться. Ой, с такой неохотой вообще. Да, целоваться, целоваться. Весь вечер не целовались, да. Ой, блин. Все, поцеловались. Мама лакае? Чарли? Мама лакае? Си? Мама андар un poquito? И ты вада в пасео? Си, си, си. Мама? Минг, мам. Там свою машину стояла, что ее сделали. Сейчас у мужа спрошу, что там с ней. С моей красавицей, с моей ласточкой. Стоит такая. Что-то ты мне уже бесить начинаешь своими поломками, дорогая. Так что давай уже справляйся своими бедами и вози меня. Мне на радость. Да, Чарли? Мэнь кэ тэ сольту. Мэнь. Да, побегаешь. Вперед, бинго. Маму. Все, побежал домой, побежал. Ветер у нас такой прям сильный. Ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаю туч. Где у нас тут ключики-то? Упс. Кстати, в Испании нет вот таких ключей, как магнитных, вот как в России, да? Здесь все открывать надо обычными ключами.
А вот этими всякими магнитными, мне кажется, намного удобнее. Или там домофон номера набирать. Здесь такого нет. Здесь везде ключ обычный. По старинке. Вот. Поэтому, где я тебе сниму, то этот. Поэтому ключики. Да? Папе так наказа? Папе? Помогун папе? Ну что? Ну не? Мама. Давай. Ай. Да? А что ты? Нет, папе. Ну не что? Ай. Ну не? Despacito. ¿Dónde está? Venga, vamos. Ay, corre. Corre, vamos, hombre. Vamos. Vamos a la playa. Ay, sí, ¿eh? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Может, нету. Может, машина привез и уехал. Кто знает, нет дома. Вот почему это происходит, когда я валюсь с ног? Вот за что такая несправедливость? Такой ветер у нас, что вот отсюда свалился мята. Ну вот надо было ей свалиться именно вот сейчас, а? Блин. Твою мать. Так, вот сейчас буду еще. Не было печали, просто уходило лето. А что делать-то? Не страдать же. Буду песни петь. Мы с тобою. Так, короче, уберется, ничего страшного. Знаете, что муж-то опять притащил? Добытчик, блин. Смотрите, сколько хамсы, наверное, да? Бакероны, сколько. В общем, сейчас буду солить. Тут еще помидоры принес, хлеб. Ава, это вот такой вид фасоли. Ее едят свежую, с салом, например. Ну, пускай чистит. Я себе сейчас посолю. Смотрите, какая классная. А он пускай себе чистит. И завтра пожарю, пожалуйста. Сейчас на ужин у меня будет клубничка, по-моему. А пока буду солить. Рецепт даже не буду говорить, потому что это, знаете, одноразовый рецепт, который просто залезла в интернет, открыла и сейчас буду делать. Рыба моя кушает, я ему там покушать, в общем, мусор не вынесла сегодня. Так, с машины моей ничего не понятно, ничего не ясно, в понедельник повезут механик, потому что выходные, вот, никто ничего не делает, так, что-то они попытались сами сделать, вот, и АЭСа. Смотрите, какая красота. Килечка завтра будет. Блин, ну какой у нас ураган, а? Закрываем. И все. И будет у нас завтра красота. Какова красота. Ну, на сегодня все, друзья. Я пошла умываться. Немного полежала, отдохнула. В общем, все нормально. Пойду умываться и дальше отдыхать. Вам всего самого лучшего. И всем пока-пока.